старту. Бой получился очень зрелищный. Как сами оцените? Мы с тренером своим готовились именно вот к этому удару. Просматривали много боев соперника. Кирилл на многих своих поединках выиграл именно досрочно, именно этим ударом. Мы старались как бы подстроиться под этот удар, отрабатывали. И, к сожалению, пошло чуть-чуть не так. И Кирилл все-таки на своем опыте успел поймать нанести удар. И получилось так, как получилось. Что подвело в последний момент? Как попались на уловку Кирилла? Я так думаю, наверное, сыграл его, конечно, опыт. Поймал на своем опыте, больше я ничего не могу сказать. Вот и все. Каких-то своих глобальных ошибок я не видел. И с тренером сейчас после боя разбирали, как бы, да, тоже все. Как еще раз говорю, к чему готовились, от чего готовились, на то и напоролись. Вот так вот. О, да, понимаю. Что послужило стимулом продолжать бой, несмотря ни на что? Помогали ли зрители, их поддержка, крики? Ну, опять же, бой проходил на своей родной земле, да, на Нижегородской области, в своем же Нижегородском цирке. И как бы своя земля давала сил, надежды, плюс, конечно же, еще зрители, да, которые подбадривали. Плюс также и находилась на трибунах моя супруга, моя семья. Вот. И хотелось показать сыну своему, да, там, пример о том, что как бы не было больно, все равно приходится вставать и сражаться, бороться. Поэтому стимулом продолжения боя это, опять же, земля, семья, друзья, ну и, конечно же, честь. Ну, судя по количеству людей, подошедших с вами сфотографироваться после боя, примеру сына перед глазами достойный. Да. Кому хотели бы выразить благодарность? Благодарность хочу свою выразить, естественно, своему тренерскому составу. Это Шведову Евгению, Жалилову Нариману, которые провели со мной не один день, не один час в зале, вкладывая свои труды, свои старания. Хочу также большое спасибо сказать своей семье, которая поддерживала, несмотря ни на что. Это жене своей любимой, Настеньке, которую очень сильно люблю. Сыну, который также находился на трибунах, дочке, которая сегодня не могла присутствовать на этом бою, но она мне очень трогательные слова пожелала. И, доченька, извини, то, что получилось так, я тебя тоже очень сильно люблю, и спасибо тебе за поддержку. Большое, конечно, спасибо тем, кто пришел поболеть, спасибо ребятам, которые были на трибунах. Своему бойцовскому клубу «Пираньи», который также присутствовал сегодня на этом поединке. Ну и всем тем, кто болел. Как-то так. Всем большое спасибо. Пожелаем вам дальнейших побед. Удачи в карьере. Большое спасибо. Попрощаемся. До свидания.